Ты встретил? Ребята, всем привет! Начинаю снимать новый влог. Не снимала, не знаю, наверное, недели две с приезда из Сочи, наверное, не снимала. Сочи был последний день. Там было еще несколько дней, когда я снимала, потому что мне хотелось немного запечатлить. Я все равно выставлю эти дни. Сочи я, по-моему, тоже еще не выставила, но этот влог выставлю, выгружу сегодня же вечером, потому что... Посмотрите на качество видео, вы видите разницу, как вам вообще, напишите. И завтра я вам расскажу, что случилось и что произошло. А я сейчас занимаюсь тем, что раскутала закаточки, которые делала несколько дней назад. Вот яблочный компотик. По моему рецепту выставила его в Инстаграм. И многие отозвались, что тоже катают такой вот яблочный компот. Он очень вкусный, похож на сок из банки. Знаете, вот сок, который продают в этих 3-литровых банках, по вкусу очень похож. И расходуются как раз, идут в ход те яблоки, которые не ликвид. Вот, и огурчики. Тоже показывала, как делаю. Здесь у меня вот еще одна партия компотика закипела. Сейчас буду его катать. Ура! Класс! Все уже подготовила. Кастрюлю, в которую ставлю банку. Два полотенца, чтобы потом переносить банку в одеяло. Крышечки. Еще с прошлого года остались. Закатка уже такая работавшая. Вот. Стакан, чтобы отмерить стакан сахара. И щепотка лимонной кислоты. Буду сейчас все закатывать. Варю супчик с крылышками, порезала их на фаланги, и сейчас буду сюда добавлять чечевицу. Так, теперь всыпаю чечевицу. И практически все готово, сейчас она закипит. Она варится прям очень быстро. Фоня уже не дождался. Да можно же, Зоя, тебе подогреть? Да, подогреть. Тебе подогреть. Давай я тебе подогрею, Зоечка. Мне не надо. А ты будешь так стучать? Давайте коктейль. Теперь у нас тут перекус. Потому что Антоша сейчас на танцы, да, сынок? Правда? А ты откуда? Я взял такой подарок. Хорошо. Серега! Ура, я вышла на улицу. Сегодня хорошая погода, а до этого прям дождики были. И до сих пор у нас грязь. Сегодня вот хорошо. Сижуня пообрезала листья с винограда, чтобы он спел лучше, потому что здесь была такая тень. Виноград бы, не знаю, когда бы доспел. Где тут эта птичка? Это зум. 10-5-кратный. Но сразу видно. А так все как всегда. Ждем солнышко. И Антоху. Всем привет! Привет, сынок. На танцы? А то все потом бросят после танцев. Думаю, мы сегодня не 3 часа, потому что обед. Давай. Мария. Приехала? Мария. А это? Нет, у них похожие машины. Ну да, оказалось, что это тетя Люба, да? Привет. Так, мы идем. Все, тогда давай, сыночка. А она не до нас вообще? Не знаю.
нас тут какие-то ремонтные работы в станице. Все, я Антоху отвезла на танцы, заехала сама в Пятерочку, накупила там целый пакет. Вот, и сейчас еду домой. Ждать уже сижу не с работы на обед. Ждать Антохиного звонка. Вчера танцы были прям долго. 2.5 часа, наверное, почти 3. Поэтому сегодня я ему уже дала телефон, потому что я его и сама долго ждала с танцев, потому что рассчитывала 1.5 часа. А сегодня он должен мне теперь позвонить, когда все закончится. Ой, наша красота. Поля. Здесь уже все убрано. Здесь подсолнечник почти отцветает, но вот еще можно сделать красивые фотки. Вот я сейчас и хочу сделать фото подсолнухов. Смотрите, как красиво. Это пчелки летают. Сейчас сфотографирую. Мои покупки из Пятерочки. Папа сказал, куда это покупать? Ну, можно мы покупаемся, а мы потом. Мы потом уезжаем. Ой. Так, наши покупки из Пятерочки. Кошачий корм. По чеку 1000 рублей, по-моему. Пряники. Как бы не смешно это звучало. Да, да, Коль. Пена для бритья. Коля услышал пряники и побежал за пряниками. Ванильный сахар. А, как расслабляет. Гречка. Так, Гришин, на, пожалуйста, сразу кошачий корм отнеси. Корми меня пряниками. А вот Григорий будет раздавать. Купила коричневый сахар. Хочу попробовать сделать... булочки синабон. Посмотрим. Не знаю, Серый. Обычный сахар. Сейчас, Маргарит. Томатную пасту. Вот такую вот, чтоб на разок использования. Томатная вот такая в пакетиках. Что еще? Влажные салфетки. 4 килограмма сахара по 32 рубля. Вот здесь. Булочка хлеба, резанный батон. И 2 вот таких вот пряника. Готовлю салатик нам на обед. Все как всегда. Помидоры, огурцы, петрушка. Добавлю еще шашлычка. И вот в последнее время стала добавлять кунжут. Вот. У нас пока только белый, черного нет. Так что сыплю немножко. И сегодня будет с подсолнечным маслом. Даже муж мой уже не ругается. Хотя кунжут он не очень любит. Он говорит, он как-то во рту потом остается. Ну вот. Я немножко добавляю. Ба-ба-ба-бам. Чистая посудомойка. Все потому, что я ее очищаю. Покупаю уже не первый раз вот эту вот штуку. Финиш. В общем, мне нравится.
А здесь грязная. Так нормально, да, замылено? Вот сейчас буду закладывать посудомойку и немного уберусь на кухне. Так, все, посудомойку загрузила. И сейчас можно отправлять. Я соль всегда всыпаю и таблетку кидаю сюда прямо на дно. И все, поехали. Включаю всегда на самый режим, который сильный. У меня единичка, чтобы шмыло так наверняка. Теперь мы будем обедать в тишине, пока все дети играют на улице. Вот она, банка яблочного нашего компота. Салат и черный хлебушек. И супчик, который был с розовой чечевицей, и чечевица стала желтая. Мой компот. И папа на работу, а Фоня играть в компьютер. А я буду пить. Зоя, эта буква как называется? На. Л. Так какая это буква? Л. Л. Зоя, я тебя положил. Сложи. Сложи. Все, теперь дети будут обедать. Снова и телефон. Ага. Сколько камер? Я такой же. Сколько камер? Сколько? Три. Один, два, три. Три камеры. Ну как вам суп с чечевицей? Мама, это что, борщ или суп? Это супчик с чечевицей. Что? Чечевица похожа такая на горох, только быстро варится. Мама, можешь показать по фотографию? Могу. Позволишь? Какую фотографию? Ну, как у тебя часть. Да? Угу. Вот такая фотография? Вот Тафоня так тоже себя посмотрел и покривлялся, да? Так, все, не балуемся. Сегодня опять 3 часа танцев. Еду вот только забирать Антоху. В 11:30 отвезла, в 2:30 вот забираю. Ну как тебе? Трехчасовое пребывание? 4-часовое. 4 даже? Да. Почему? Так, куда мы, до Ярика или домой? Ты позвонил ему? Закрытыми? Ну как, вода холодненькая? Вот не надо меня переворачивать, дайте мне крокодила, я просто буду плавать. Гриша! Я сухой, я хочу поплавать, могу уйти! Гриш, так не бывает, ты залез в бассейн! Уйдите, не прыскай! А ты уже не сухой! И не переворачивайся, пожалуйста! О, попка болит, очень замается! Ну как, Гриш, ты сухой? Сейчас выйдешь в море! Ай, да ты дебил! Гриша, не надо так говорить! Гриш, не надо так говорить на людей. Ты понял меня? Вылези. Вылези, да, он человек. Вылези. Гриша, вылези с бассейна. Антоха теперь у нас обедает. Супа ему не досталось, да? Поэтому сейчас приготовлю ему мяско с гречкой. Такое ты будешь, да? А я ему не дам. Сам будешь все есть? Да. С папой, с мамой. Ну давай. Они свой суп съедят. То суп же уже съели-то сюда. Ну приготовь, свой суп едят. А мы нашу грешку. Грешку. Угу. И Андохе пряники еще понравились. Если вы не знали, что лучше в карты не играть, это грех. Да, откуда ты это знаешь? Ну, мне из 11 класса
которую я знаю пацана, когда он был вместо Сергея Васильевича тренером. Он сказал, что в карты это грех, потому что одни фишки, пиковая дама, это грех. Все да. Это грех. Чего себе. Лучше в карты не играйте. Я только убрала на кухне. После обеда перемыла посуду, несмотря на то, что и мыла посуду, и посудомойка, и я. Но посуда тут так, нормальная горка. Да-да-да-да, вот эта горка. Вот такая гора посуды у нас. И теперь буду готовить ужин. 3 часа. Скоро приедет муж с работы. Ну, в 5, после 5, в общем. Так что я не ухожу с кухни, а продолжаю готовить. Оказывается, это называется гречка по-купечески. Ой, да, гречка по-купечески. Когда она с курицей, вернее, курица или гречка. В общем, все это блюдо чего-то там по-купечески называется. Буду готовить гречку с курицей в духовке. В общем, подсмотрела тут в интернете рецепт и буду пробовать. Тоха мне лука принес, а я пока начистила морковку. Так. Все. Так, ты полотенце им вынеси, пожалуйста. Пусть обсыхают. Зая, вынеси полотенце. Нет. Его. Ну, давай сейчас послушаю про букву В, хорошо? Верблюд. Верблюд. Двух. Горбый. Двух. Горбый. Он большой. Он большой и очень горбый. Гордый. Гордый. У верблюда. Давай, переодевайся. Нет, у тебя не синяя, а фоне синяя, да? У тебя чуть-чуть синенький, да? Афоня, мы про... Ой, Серёж, мы про букву В. Так, готовлю ужин. В общем, курицу нужно посолить, поперчить, приправить какими-нибудь специями. Про букву В скажи им, про верблюда. На морковку и лук обжарить, и гречку тоже обжарить. И потом все это соединить, гречку с овощами и с курицей, и поставить в духовку, добавив воды. В общем, посмотрим, как это будет. Поставила сковородку разогреваться. Сейчас буду резать лучок. Обжаривая морковку с луком, сейчас я добавлю сюда гречку. Добавила я гречку. Сейчас немножечко обжарится. И будем добавлять все в форму. И в духовку ставить. Добавила гречку 1,5 стакана. Вот. Так что буду, получается, сколько? 3 стакана воды. И сейчас еще буду посыпать специями. Посолила курицу. Так, из специй у меня тут к рыбе есть. Ну, я их тоже добавлю. И есть еще перец целый. Я вот его сейчас в мельницу. Довголь, да, теперь правильно довголь. Так, вот так вот получилась гречка. Сейчас все это ставим в духовку. Добавила гречку, сверху мясо, залила все водой. Поставим в духовку. Будем смотреть, что получится. И перчик посыпали. Да. Тарелок. Так, будем сейчас карасить из кореновки. Маргарита! Угу. И помой, пожалуйста. Заехали. Да, заехали? Магнит? Да. От магнита моя.
А зачем у меня большая? Так, это что мы сегодня? У нас поминальный полдник, да? Нет, нас поминают арбуз и мороженое. Нет, а кого мы поминаем? Не кричи. Мы поминаем девушку. Да. Правильно. У нас как сила. Да? Надо еще пиццу маме закажи. Это ж не день рождения, мы же поминаем девушку. Мороженое, у нас и арбуз. Я уже помянула, Коля, красиво. Коля, жену вспоминаем. Да? Да. Лева, вот полосона пачка, я вот такая роль. А вот такая пьет донатчиков, а это такое оружие, ну, крест называется. А это меч, а это копье. Это ты сама сделала? Извини. Только я ничего не понял. Еще раз объясни. Вот это королева игрушка для девочек. Они... На деревянная, да? Да. Король и королева. Они держатся за руки, да? Да. А это волшебная палочка фея. А это копье. А вот это крест. Бибиди-бобиди-бум. То есть это лук-самострел. А, это же такое бывает? Да. Это вот так его... Его так напрягаешь резинкой, и он стреляет. Угу. А это копье. Магрит, а пожалуйста, мне найдешь паук, если лежишь? Ну, вот. Как у тебя. Я из этого делаю. Пожалуйста, Магрит, и мне такой же. Это я просто взяла, чтобы никто не брал такой музей. Это музей игрушек, да? Афоня, зайди, пожалуйста, с телефоном в дом. А что? Ну, потому что. Вот. Вы только надо над столом. Я им буду еще делать домик вот такой. Я сделаю такую палаточку маленькую. Тоже из деревяшечек, да? Да. Вот. Там вот эти куколки можешь жить. Магрит, вот там алгоритм. Да, да, я тебе расскажу. Вот эти куколки можешь жить. Я могу еще сделать одна вот такую принцессу. А корону, не могу сделать, только я могу из этих резинок юбочку, и кофточку, и ручки. Вот делаю. Только можно с моим разрешением брать эти игрушки и играть, потому что я нашла за ними следить. А у меня вот тоже бомбочка, бомбочка, бомб. Зоя попросила трогать эту палку. Это я у себя взяла, Магрит. Да, это мое, ломаешь. Маргарит, ну она же свою сделала. Так, ужин наш готов. Вот такой вот получился. Можно? Очень даже румяненький. Наложить. Уже тебе наложить? И мне хорошо. Наложить. Ну садись только, Афонька. Мне тоже наложить. Хорошо, руки помыть для начала. Ой, ой, футболисты приехали. А я не пойму, мне Стёп Колю просто вести или... Антоха, давай на футбол поехали. А Серега? А Серега, я не знаю, куда Серега. Сереж, тоже, ты же на карате. А? Ты же на карате или ты сегодня не пойдешь? Так бегом, да, уже время, 6:10. Да ну прям, Степ. Давай. И воду набирай же. Коль, зови маму. Зови, мама! Родня, доставка Коли. А девчонки остались? Ну да, ты же сказала, им можно. Ты встретился, Коль? Ну скажи, мама! Мама! Скажи, что мне мама, если мне другая мама, да? Все, пока! Ты счастлив? Говори пока, папа. Пока. Что ты там смотришь? Ключи. Хочешь ехать? Ну, в коже хочешь что-то. Скажи «да». Ты где будешь, в комнате? Да, мы будем сейчас картошку. Хочешь тебе попадать какая-то хорошая камера? Нет, родня, какие у вас красивые просто цветы, родня. Ты еще ни одно не выложила видео на новой камерой? Нет, родня. А когда ты покупала телефон, у тебя что было первым? Качество видео? Качество фото? Не знаю, или цена телефона, родня, да?
Вот, начинается. Мя-мя, мя-мя. Все, маши пока-пока, крестные, маши. Все, говори пока, пока. Маши, крестные, пока-пока. Все, поехали. А твой папа и не уезжал, да, так я уже дома. Сижу, не наконец-то эту штуку положил. Правда, наверное, неправильно. Потому какую? Что... Ну вот эту качельку. Я с вами, можно сяду? Сейчас открою. Можно с вами сяду? Конечно, садись. Давай только сейчас Афоне дверь откроем. Ты будешь компутал? Да. Ну иди тогда. Воды нет. Пускай набирает. Ну иду снимаю съемку. Не, я еще тебя могу снять. Расскажи свои впечатления о жизни, о лете. А что, уже лето, да? Да, уже поллета прошло. Вчера причем было. Считаю, а сегодня уже... В январе, а сегодня уже, считай, что перевалило за половину, Сержень. Сочувствую детям. Уже полканикул отгуляют. Да. Слушайте, только покушали, я только сделала эскизы для пряников, которые нужно сделать на послезавтра, на пятницу. И там так вот нормально прошло времени, что уже сейчас нужно ехать за Антохой. Сегодня у меня тема синего трактора. 4 пряника и тема принцесс разных диснеевских. Поэтому вот сделала все заготовки, приеду, буду делать формочки, а печь, вырезать, раскрашивать, печатать. Папуль, я за Антохой. О, а я купила ему сегодня. А Рекса есть, да, пап? Что там у нас с водой? Чистая, нечистая? Какая такая, Афонь? Вот тут, вот тут. Я держу, держу. Оба. Что-то как-то пошло не так, да, пап? Она неправильно. Ладно, я поехала. А ты долго? Нет, Антона сейчас заберу. Вот она моя тема. Закат. Это Ярик. Антоха уже бил. Антоха уже, наверное, бил. Тренировка. Жду вот Антоху с тренировки и развлекаюсь с зумом 10-кратным. Пытаюсь понять, где же Антоха. Пока не могу. Вот теперь сижу, развлекаюсь с телефоном. Не знаю, сегодня у Гришки голова болит, он даже не пошел на карате. И чувствую, что у меня тоже теперь разболится голова, но у меня пряники. Я даже об этом не хочу думать. Все, тренировка заканчивается. Антоха. Сейчас будет где-то мой большой палец. Там вот он в серой манишке. Видно его? Вон он. Где белая футболка? Ну что там, футболист? Я не понимаю, почему Ваня Мамаев поддался некоторым, а мне главное не поддался. Это как это? Это когда вы сейчас забивали последнее? Ты не забил? Да, потому что некоторым он поддался, а нам главное, что не поддался. Да? Угу. Ну ничего страшного. Все, домой? Домой. Как красиво, да? Сейчас я попробую сфотографировать наш закат. На этой.
Сынок, что происходит? Это как кабы? А? Это раки? Угу. Расскажи, что ты будешь сейчас смотреть? Новый год. А песенку ты пел, спой? Новый год мучится. А куда он мучится? Опять продолжаться. Продолжаться? Угу. Интернет сейчас у нас такой плохой, да? Или тебе нравится? Мне нравится. Слушаем с Афонией сейчас песню, да? Что это за песня, Афонь? Как будто больше это лето не будет. Да? Да. Вообще-то эта песня, это мы звоним на горячую линию, да? И ждем. А Афоня говорит, уже интернета никогда не будет. Что ты делаешь? Да, машинки такие. Такие машинки? Такие. Красивые. Вот что еще надо человеку? Что надо человеку, Афонь? Я возьмоталась. Как кузина. Пружина. Пру. Пузина. Да. Она же тоже так закручена. Да. Сейчас одна машина застала снегу. И я вытягиваю. И я здесь нет. Ну, здесь, а как, ну, здесь как он выступает. Это дети теперь вдвоем смотрят. А это выступление в школе было, да? Да. Да, Гриша? Да. Гриша! Так, у меня тут печать полным ходом пряников. Пока на листике, потом на пряниках. И киношку какую-то по второй сейчас смотрю. А так-то уже час ночи, если что. Так, ну что, с пряниками на сегодня все. Они здесь у меня отдыхают. И я тоже пошла спать. В общем, сейчас уже почти 3 часа ночи, поэтому этот влог я завтра утром смонтирую и выгружу на YouTube. Обязательно напишите, как вам качество видео, и поставьте лайк. Все, буду ждать ваших комментариев.